По поводу палестинских заключенных, которых собирается отпустить Израиль, 100 человек. Это террористы. Многие с особо тяжкими терактами, с кровью на руках. Убийство женщин, детей, стариков, теракты, в результате которых была массовая гибель мирного населения. И израильтянам потом дорого придется за это заплатить. Так зачем же отпускают? Американцы давят. Понимаете, на носу война с Ираном у Израиля. Вокруг рассыпается арабская государственность. На носу рядышком гражданская война с Египтом. Все прекрасно знают, что ничего не произойдет. Но американцам нужно демонстрировать, что они чего-то добились на Ближнем Востоке. Делать это они могут исключительно за счет Израиля. Отказаться от американского союзника, ну вот такой союзник, какой есть, Израиль в преддверии войны с Ираном, которая надвигается, не может. Приходится уступать. Благодарю вас за экспертные оценки. Я напомню, на прямой связи со студией был Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока.